находитесь на YouTube-канале Творческого объединения Доктор Техник, и с вами я, наверное. А сегодня мы начнем умирать в игрушечке Dark Souls 2. Solar of the First Sin. Нажмем на кнопку старт левой клавиши мыши. Принять. Принять. На самом деле я уже начал запись. Хотел подключить. Хорошо. У меня. Уже все догадались, что я конечно. Хорошо. Давайте. Сейчас я сделаю паузу. Включу и вернусь к вам. В общем, геймпад я не нашел, так как я переезжаю, он уже, как я понимаю, на новой квартире, я еще на старой, поэтому играть я буду без него. Так, а что у нас по звуку? Где можно настроить звук? Не понял. У меня все... Ага, конечно, настройки под... Понятно. А звук-то как? Разрешение. Пользуйтесь высоко. Ясно. Ясно. Ну давайте, новая игра. Яркости. Дракона А. Ну вот так вот. Вкл, вкл. Хорошо. Б. С. В. С. Громкость музыки. Тише чуть-чуть. Ладно, давайте попробуем. С клавишами будем по пути разбираться. Странно, идет в 60 FPS. Perhaps you've seen it. Maybe in a dream. A murky, forgotten land. Place where souls may mend your ailing mind. You will lose everything. Причем по FPS ничего не лагает. Может, так None быть? Will have meaning, Нет. And you won't even care. By then, you'll be something other than human. A thing that feeds on souls. A hollow. Long ago, in a walled-off land far to the north, a great king built a great kingdom. I believe they called it Dragon Lake. Perhaps
you're familiar. No, how could you be? But one day, you will stand before its decrepit gate without really knowing why. Я не понимаю, почему такие пролаги со звуком. Там интересная картинка не подвисает, ничего такого. Думаю, в игре такого не будет, кто захочет, промотает. Прошел. Хороший график. Не зря переиздавали. Хотя это переиздание было для консолей, пока так до кучи. Когда-то я уже начинал играть эту игру на в своем боксе 360, но прошел достаточно мало. Между мирами все достаточно плавно идет. Не знаю, что там было в заставке. Так, как нам перекатиться будет через какую-то кнопку. Ну, пробег, конечно же. Удар. Так, а приблизить можно? Быстро используем. Переназначит будет как-нибудь. С удовольствием будет сделано. То есть понять, как с помощью мышки все разные удары делать, потому что мне на левую клавишу такой удар, на правую такой, вместе вот такой, даже с задержкой, как я помню, не изменяются. Здесь такой, причем на клавиатуре, здесь еще вот такой. Это одинаковый, да? Ну да. Тут просто подвигается. Что-то еще есть у нас. Mm-hmm.
Собаки. У вас можно это? А, у вас интернет, наверное. Да и вы не собака. Куда вы? Сюда? Как-то, конечно, быстро очень мышка движется. Можно это немножко поправить? Настройки управления. Чувствительность камеры. Это, наверное, имеется в виду чувствительность мышки. Смена оружия, правый Ctrl плюс левый Ctrl. Использует предмет. Двойной. Ребята, как-то пойдем, а не очень у вас тут идти. Смена заклинаний. Атака, открыть старый. Чувствительность камеры. Это применилось, нет? Ну ладно. Я не вижу разницы, это серьезно, ребят, чё вы? Все равно все очень быстро идет. Слишком даже быстро. Все равно рассчитано под сипчупер. Не попадает даже. А нет разницы. Открыть. На какую кнопку-то? What seems to be the ruckus? Oh my, your face. The face of the curse. It's an undead. An undead has come to play. They all end up here. All the ones like you. You spoke to that kind old dear, didn't you? You'll go hollow. Yes, you'll become one of them. Hollows prey upon men, feast upon their souls. This is the fate of the cursed. Да хватит ржать. Еще прислужница у них нормальная. Какое мое имя? Мое имя. Имя, да, мое. Чё? Такое мое имя. Да. Да не, я его придумал. Прям за секунды. Одежда. А. Take a closer look. Who do you think it's supposed to be? Это какой-то раздобревший человек. Но он не похож на меня. Не, на моего персонажа не похож. Серьезно. Нужно намного больше моего персонажа. Класс Идар, класс Воин. Закаленный боях воин, высокая сила и ловкость, умело владеет оружием, странствующий рыцарь, здоровье и адаптируемость высокий, сложно убить. Умелый мечник, достаточно управлять с оружием в обеих руках, безжалостный изгой, ловок, предпочитает лук, но умело сражается в ближнем бою. А, вера чудеса помогает ему пути, интеллект использования заклинаний.
снаряжение. А, у них еще и разное снаряжение с собой. Так, а у него что? Что-то я по оружию у него один этот клинок вижу, и все. А, у него много вон вещичек. Ну да. Нищий. Это типа самый сложный такой уровень. На самом деле... Где лучники-то у нас? Только этот. Давайте попробуем лучником быть, вот разбойником. Дар. Немного повышает ОЗ, знакомая фигурка за счет полок к жизни, различных против. Несъедобная. Хороша. Просто каменевшая грязь когда-нибудь может пригодиться. Давайте возьмем самое простое. Я не знаю. Телосложение. Да не. Наверное, ничего не буду искать. Хотя не, прическу можно менять. Прикола ради. Вот такую. Хотя, что есть еще за прически? Не-не-не, такую цвет волос. Извратимся как только можем. Где тут красный был? О! Хороший вопрос. To the kingdom. But remember, hold on to your souls. They're all that keep you from going hollow. Oh, I'll fool you no longer. You'll lose your souls. All of them. Over and over again. Можно поставить знак равно со словом «Ты будешь умирать, умирать и умирать». Снова и снова. Ну что, бабки? Я вас тут сейчас растас... только не говорите, что у меня нету оружия. Причем вообще. Так, этот взят. Ага. Этот взят. Хорошо. Мне не стоят, типа? Никак. Быстро бегаю. Ага. Так, а как же там что-то писали по России? Слабую атаку сейчас. Ничего не понял, ну-ка. Сильно клон камеры. Атака правая рука. Так, а как поменять? Ставится только на какую-то букву. Почему она не ставится на правую, левую кнопку мыши? Ну, это нечестно. Ребятки. Без геймпад вообще. Сильная атака, двойной щелчок. Ага.
все равно она как-то отличается. Смотрите. А, там. Вот это вот атака правая рука просто. А, просто. Все равно был. А, ну да. Это сильно, я понял. А, она такая есть. Все хорошо. Разжечь костер. Теперь у нас есть сохранение. И куда нам идти? Там что-то есть. Ну, давай. Да что ты? Ну серьезно? Вот так вот. Забрать предмет. Душа пропавшего мертвеца, факел. Хорошо. Костры этого места отдыха, также от них можно зажигать факелы. Спасибо. Так, я хочу... Стой ты. Смотрите, как тут лук работает. Как он тут работает. Ага. То есть прицеливание? Забавно. Это у нас что? Пойти в... Ну давайте в первый войдем. Что? А, смотреть. Ну, смотреть. Атака. Ух ты ж, ё-моё. Давай, давай. Души, души, души. Так, что тут? А, это обучение? Как захватывать-то цели? Ой. Ай-яй-яй-яй, его насости не хватает. А захват цели надо смотреть, как захват цели идет. О! Не, вы серьезно? То есть вы предлагаете мне вот на эту букву захватывать цели? Это же очень далеко. Давайте так. Не, не берется. Окей, Б. Я аж на Б больше ничего не стоит, надеюсь. Все, на Б теперь захват цели. Будем попроще. Так. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Вот так вот спрятался. Ах ты ж. Какой-то другой захват цели. Захват стоять. Б. Что тут было? Ай. А, все равно бы не захват цели. Правильно же? Да. Б. И как это применить теперь? Она не стоит у меня. Ну ладно, давайте посмотрим, на чем стоит Б. Чтобы это может было понять, с чего ее снимать надо. А Б ни на чем не стоит. Теперь мне как-то это надо применить. Назад. Назад. А, еще раз проверим. Б. Значит, так надо выходить просто. Сейчас проверим. Захват этот цель. Или... А, вот захватилось. А, теперь я камеру не могу уводить. Зашибись. Ой-ё. Там нет какого-нибудь поменьше захватика цели. Чтобы камеру все равно водить можно было. Ой, пошли.
А, они же все оживают, я уже... А, я могу брать в две руки. А, ну, зашибись, я в две руки буду брать. А так урон выше. Красненько. А вот здесь. Что дальше? Оп. Еще раз. Нам сюда вроде нет. Не-не-не-не-не. Попутал. Сюда. Тут вот мы забираем свои души. И что? Это типа смертельная атака. Круто. Что тут? Чего? Я бы с удовольствием спустился вниз к тому большому чубзику, но это далеко. Нет, кинжалы меняться пока не буду. Мне радует меня топор. Радует меня то, что его можно в две руки брать. Хорошо управляться. Я, наверное, буду вот с одним оружием сходить. Я не буду брать в две руки. Ручкой вот с такой. Как такой прям хардовый, крутой. Куда мне идти-то? Сюда? Таблички всякие, таблички. Я уже все посмотрел. Оу. Кстати, когда я играл на своем боксе, все было несколько иначе. То есть вот такого обучения не было. Там ты чуть ли не сразу попадал в бой. Либо я что-то забыл. Ну. Давай. На. И на. А, кинжал это для луков. Да, я, по идее, должен владеть, но пока что мы будем пользоваться этим. Я думаю, луком мы будем расстреливать всяких боссиков или что-то типа того. Ой, ё-моё, я не поставил нигде таймер, потому сколько пишем. Хоть примерно. Ну ладно. Примерно будем в голове. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Чё? Ты. Шелковистая, давай. Что? Тут отсюда что-то? Сбросить лестницу. Не хочу ее сбрасывать, как ей воспользоваться. Я воспользоваться ей хочу. Не-не-не! Не-не-не, чувак. Вот, спуститься. А, тут можно упасть и что-то подобрать. Хорошо. Пробуем. По идее, вот так вот. Забрать предмет. Душа безымянного солдата. Это, если не ошибаюсь, вещи, которые дают нам душа. А, они все связаны, эти туманы. И все это обучение. Не хочу его проходить, погнали дальше. А я уже... темнел. Да. А где мои глаза? Или они закрыты? Ой, я так надеюсь, что они закрыты, а не то, что их нету. Я уже помирал. Наверное, потому я так и выгляжу. Ну ладно. Что у нас? Тут? Выход должен быть. На нормальной локации. А, там еще домик должен быть. Один, если не ошибаюсь. А, нет, уже сразу выход. Побежали. Маджуа. Такое слово. Прям-таки животрепещущее. О, вот ты где. Что у тебя? Небесное благословение. Сейчас надо почитать, что это как-то. Знак тьмы потерять душ и вернуться к последнему костру. Потерять. Ладно, используйте для получения душ, для получения душ. Сгоняйте фантомов и возвращает вас в ваш мир. Восстановление связи с другими мирами. Ну, это для онлайна, понятно. Опа, чрезземный капюшон. Не, у меня лучше. У меня лучше. И тут у меня лучше. А, это то, в чем я был сначала одет. Использовать.
наверное, оно уже одето на мне. Должно быть, во всяком случае. Так, там у нас костер, который сразу надо разжечь. Там у нас чувак, которому что-то не хватает. Ой, вот эту я не помню точно. Я помню, там есть или появится кузнец. Вот, да, ему что-то надо принести, чтобы помочь. Кто ты? Ладно, это не важно, просто помоги мне открыть эту дверь. Там ключ надо искать. Текс, там у нас есть колодец, в котором можно попробовать упасть и что-нибудь достать, но это практически нереально, я уже это... Ну как, нереально? Я думаю, это все-таки реально, но очень трудно. Мне не получалось. Самоцвет жизни. Хорошо. Тут у нас торговец. Тут вот кошка, если не ошибаюсь. Да. Вот она. Там вот более худая была. I'm dead, Ollie. And one without much time remaining. Не Eagle Sprites. Not exactly the time to be chatting with a cat. А я думаю, самое. Well, suit yourself. Oh yes, you may call me Shalqua. Enchanté. So, what did you want anyway? Что я хочу? Чтобы меня выпустили. На свободу я снова жил, как обычный человек. А, у меня особо пока не на ничего, и так далее, так что я не буду даже стараться. Они у нее дорогие, тем более, если не ошибаюсь, вот так падать туда. Я вот не помню, вроде бы это без... Хотя... Ну, постараться можно, но я думаю, я сейчас умру. Да. Но думаю, если раскачаться в хпшку, то... Все это пособирать, допрыгнуть до самого низа вполне возможно. Ладно, пойдем поболтаем. Там еще с одним чувачком. Я их сейчас верну там себе или нет? Нет, они вроде внизу будут валяться, души мои. Ладно, их было-то 300-150. Иди сюда. Ну, что ты говорить не хочешь? You have that distinct scent, the smell of irreversible fate. This is Majuna. It is a kind of settlement, a place where life is. Ну, с того, что творится вокруг, это очень удивительно. And in Drone Lake these days, there are very few places like that. Ой, тут можно вроде что-то посмотреть. Смерти по всему. Мои смерти. Можно вести подсчет. Совершенно не нужно так нам идти, надо туда, я помню. Я помню, куда тут можно идти. Сюда. А тут уже аккуратней. Потому что тут уже будут враги. Это у нас сундук. Аккуратно откроем его. Сейчас, чтобы ничего не выпрыгнуло на меня. Ржавая монета. Мне и что, расплачиваться с той кошкой? Не открывается. И... А, тянусь. Что-то очень медленно. Ну, давайте, тут-то я уже должен проходить. Даже прискачить не дают, с учетом того, что для проскока там места-то хватает. Пошли, обойдем. А, конечно. А я просто тут прыгать могу? Вот. Это назад проскок. А просто прыгать не могу. Так, а если... Да, прыгать вот так. Все хорошо.
Шумит водопад. Сейчас мы спустимся, посмотрим, что там. Да, там сундук. Там еще душа есть, я помню, пытался добраться до нее, но сейчас я этого не буду делать. Это не так просто. С геймпадом, конечно, поудобнее, но геймпад, я надеюсь, будет во 2-3 серии. Тут тебя раньше не было, графика тут была хуже, я это помню. Ну-ка. Ну чё, давай, нападай. Ну нападай, ты меня видишь. Серьезно? Ой-о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 й
Так, давай тебя сначала. Ты попроще. Где это? Ушел. Ну-ка. Ну-кась. Давай. А чё ты падаешь-то? Ты не можешь без меня? Ха-ха-ха. Я ж не сношу тебе ничего. Это мне надо менять. На. 23 стрелы. Эти тут мало чего снесу. Я не знаю. Походу в любом случае тебе придется убивать. Ты мне спокойно тут жить не дашь. На. На. Так. Пока ты свалил. Да отстань так меня уже. В конце концов. Дай нормально в тебя пострелять. А! Ищи стрелы в пустую трачу, они не подбираются. Зашибись. Ты ж хилиться не будешь? Я же надеюсь. О-о, сострел хорошо полетел. Все стрелы потрачу, ну убью. Заряжаются они, конечно, долго. Очень. Потом еще ждать восстановления выносливости, чтобы заряжать. Но убивается он вполне хорошо. А, разницы нет от того, куда я стреляю. Я пытаюсь смочить в голову. Думаю, сильнее урон будет. Больше его будет. Ну, да. И я остался практически без стрел. Собрать предмет, что у тебя тут? Душа гордого рыцаря. О, за него аж 1000 душ дают. Нормально. Главное сейчас не помереть, чтобы потом опять не пришлось сражаться. О, вас я помню, ребятки. Вы быстрые, но никчемные. Берем в две руки. Это так меня бесит. Ты в нее попадешь, не уйдешь потом. Это помню. Такие приколюхи маленькие. Тут был вот где-то лучник. А, под мостом тебя не было раньше. Ты недавно появился. А лучник уже попробовал меня расстрелять. Сначала мы разберемся с тобой. На. Сбрасываются атаки. Опа. Хорошо. Чуть-чуть. Резкий какой. Ой, еще один. Резкие вы, ребятки. Очень резкие. А, и выносливости не хватило на нормальный ворот. На. Туда может сгонять. Метательный нож. Это вы бесполезные ножи. Что у нас тут? Душа пропавшего мертвеца. Хорошо. Так, подъем наверх.
мы пишем уже достаточно долго, так что давайте, ребят, до следующей встречи. С вами был Невернал, и вы были на YouTube-канале Творческое объединение Доктор Тех. Всем удачи!